Югра получила первый в истории Всероссийской студенческой весны переходящий кубок. В Челябинске завершился фестиваль творчества среди обучающихся техникумов и колледжей. Участие в нем приняли 2000 студентов из 70 регионов страны. У югорчан третье место в общекомандном зачете, 16 наград в нескольких направлениях, таких, например, как танец, мода, оригинальный жанр, вокал и арт. Первая весна студенческая среднеспециальных учебных заведений зародила новую традицию – переходящий кубок, который сделали мастера из Златоуста. Его получила делегация Ханты-Мансийского автономного округа. Заместитель губернатора Югры Владислав Нигматуллин пообещал, что в следующем году праздник состоится не меньший, чем в этом. Добавлю, лучшие номера российской студенческой весны отправятся в гастрольный тур. Их встретят площадки Югры –